я ехал-ехал, не скучал, тут какая-то странная белая лента, я так удивился, видно было белую ленту, потом херак, котлованище, и вот это мега-сооружение. Что это такое, я затрудняюсь гадать, то ли это, бля, пусковой стол для батута Рогозина, судя вот по двум этим дыркам, короче, на одну натягивается, на другую, но тут еще стойки, наверное, ставятся, батут и выстреливается туда, на Луну, спутник, короче, какой-то он секретный экскаватор, видите, спрятанный. Ну, я хер знает, как бы. Секретная белая лента местами оборвана, да, секретная сетка местами уже, я не знаю, во что превращена, вот так измахрачена, судя по ржавчине. Эта сетка где-то стояла на более секретном объекте, да. Осталось только радиоактивность померить. Ну, как бы не столь важно, да, важен сам процесс, процесс отмывалого, короче. Видите, она перерыла дорогу, туда еще заходит такая дорога внутрь. Ну, попробуем с другой стороны снять, сейчас я проеду. Представляете, вот я ощущаю себя первооткрывателем, я тут ни хера не видел, там ходят секретные собаки, они, сука, могут секретно покусать за жопу. Ну, как бы риск, поэтому жду донатов за такие вот стратегические, можно сказать, объекты. Ну, там вот секретные, бля, все, я тащусь, вот секретные шланги, короче, секретные вот какие-то. Водопровод, они, видимо, выкачивают из объекта воду там. А это вот секретный бетон, можно пробовать снять, короче. Ну как он, все, затвердел. На самом деле тут грязище, говнище. Сейчас просто самое сухое время. Пыль вот превращается в такой песок. Реально тут бы была говнище, грязище. Вот они, секретные шланги в секретных трубах, короче. Блин, наговорил я уже на экстремизм. Ну ладно, вы меня, как говорится, извините. Не могу сдержаться от такого просто, блядь, пиздецового зрелища. По-другому не скажешь. Тут можно комментировать по-другому, но я фильм вчера смотрел про бандитов. 4 серии. Я, конечно, смотрел 2 серии всего последних. 2 серии смотрел недели раньше. Поразиться, до чего дошло наше искусство. Так, куда мне поехать-то? Ну, туда я поехать не могу, да? На секретную дорогу. А может и могу. Либо туда, либо сюда. Привет, собака. Да не ссы, все нормально. Вон там речка, короче. Сейчас попробуем по дороге.